мы сегодня будем готовить зерновую лепешку цельнозерновую. Для этого нам нужна зерновая мука. Зерновая мука, почему большие хлебокомбинаты у нас не готовят хлеб? Когда мы мелим зерно, то вот это ядро как раз слитое, оно быстро потом прогоркает. Поэтому мы муку будем вот пшеницы делать прямо сейчас. Для этого я включаю машину. Это вес. Вы взвешиваете все, не надо отходить котельным весам. Вот здесь у нас 150 грамм, но все равно 170 даже. Закрываем. Колпачок закрывает окошко на крышке, и он же служит мерной емкостью. Это ровно 100 мл, если что-то надо замерить. Теперь нам надо включить время работы, это вот единица, 1 минута. Если мне надо больше, я добавляю вот здесь по 30 секунд, но нам нужна всего минута. Минута и скорость 10. Скорость 10 это 10 200 оборотов в минуту. Сейчас будет шумно. Это сигнал. Вот выключили. У нас мука, видите, вот это темненькое, это шрот называется. Пахнет вот хорошо. Так. Чаша такая теплая. Скоростью. Теперь нам надо добавить обычную муку. Можно делать хлеб цельнозерновой. Полкилограмма пшеницы за 2 захода ее помолоть. Но, как говорят, если желудок человека не ели вы этот зерновой хлеб, это очень жесткая пища, поэтому надо постепенно. Вот начинаем со 100 грамм, со 150 и постепенно переходить, и потом вот можно кушать. Сейчас мы добавим, нам надо добавить муку обычную. Я обнуляю, теперь мне надо дрожжи. Воды. Все очень удобно, все сразу смешивается. И масло. Десять миллилитров масла. Теперь нам надо замесить. Здесь тогда секунды не надо. Нам надо всего 6 секунд и 4-я скорость. Вот, весь продукт у нас смешался. Но теперь надо тесто вымесить хорошо. Хлебное тесто всегда вымешивается очень хорошо. Чем лучше вы вымесите хлебное тесто, тем лучше будет ваш хлебушек. Для этого нам вообще надо 2 минуты. 2 минуты замешивания теста в термомикс равняется 2 часа ручного. Здесь есть для теста и специальная функция, вот называется колосок, нарисован колосок, на нем тесто открывается, колосок, и вот мы первая самая скорость, это закрытая чашечка. Вот наше тесто готово. Такое, да? Все, теперь мы его вынимаем. Для удобства я сейчас немножечко маслица возьму на руки. Сейчас мы формируем лепешечку и на выпечку.
Так, мы сначала хлеб наш поставим уже в духовочку. Просто у меня папа ест белый, я делаю только из белой муки, но я туда добавляю кунжут. 20 грамм я добавляю кунжута. Можно добавлять, перемалывать вот пепельные семечки, пепельные муки. Но тоже там я читала на полкилограмма белой муки не больше 20 грамм, чтобы белые муки не А вот эти все диеты, похудеют, кунжи, они такие едят, только там с овощей такая тяжелая. Штучка чуть-чуть. Ну, подрумяна особо, да? Палочка надо. Проткнуть, вы чуть-чуть. Прямо, как